Так, мы пришли в Гедевед. Я вас мельком так покажу. Привет. Сейчас они поедят котлетки, от которых я обалдел просто. И мы спросим потом впечатления. А вот можно показать, как они готовятся. Смотрите, какая красота. Котлетки просто рекомендую всем. Это просто, ну, фантастика. Как и баранина, да. Они настолько нежные, настолько просто... Просто слов нет. Красота какая. И все можете посмотреть. Пиццу будут делать, тоже вы ее прям посмотрите, как ее готовят. Я боюсь. Мы 12 заказали, правильно? А, мы сейчас кого заказали? Мы сейчас с тобой. Мы столько сидим. Ребята, нет, это ж, наверное, не все надо. Тут сильно много. Да не, на 10 не тот журнал. Айдар, еще не пришли. Может, они не так поняли? Нет, ну они вкусные. Они вкусные. Если Саша голодная, он десяток съест легко. Ну вот я тоже по мясу. Я просто реально никогда не ел таких вкусных котлет, особенно с говядиной. И вот баранина. Баранина меня тоже просто поразила. Козулукум называется. То, что настолько нежная, настолько... Я даже почитал про него. Там какой-то секрет в том еще, что они сразу как-то это самое, и там запечатывается весь сок внутри, оно получается баранина сочная. То есть, когда на огонь кладут, оно все, сок не стекает, а внутри как-то остается. Козулукум называется. Помидорки. Огоньки. Так вот. И вот это вот дается всем, когда что-то заказываете. Два соуса, хайдари соус, типа аджички, салатик, зелень и булгур. И лепешечка вот такая. Саш, мы бы с тобой вдвоем бы съели. Всей бы семьей наели. Всей бы семьей, да. Ты шкирдри? Как вот красиво выглядят. Это порция от котлеток получается. 5 котлеток, сейчас картошечка, вот помидорчик, перчик загрелин, лучок. Вот это вот все. Это тройная порция? Сейчас Саша на впечатление сразу. Я вот сюда буду. Сейчас он распробует. Давай, скажи. Вкусно. Да? И мягкие, да? Вот мягкие. Мягкие. Да, это... То, что оно такое мягкое? Угу. Я что-то, вот меня все поразило, что оно настолько здесь все, что баранина, что говядина, настолько мягкое. И такой вот запах у него. Ну, полуфабрикаты есть полуфабрикаты. Здесь все натурально. Все, приятного аппетита. Вот так вот я все понамешал, чтобы вкуснее было. Итак, друзья, 377 лир, это 3 порции котлетки, это 2 ирана, это 3 чая. 4 порции, одну мы с собой еще берем, да, Никею, а Никею дома. Вот такие вот цены, доступность. Что цены доступны даже для любителей мяса. За все это где-то можно было бы заплатить даже в 2 раза больше. Поэтому, друзья, приходите, обязательно пробуйте вот то, что я показал. Ну и другие блюда тоже. Я просто пока вот на этом остановился. Я просто очень доволен. И снова у нас дождь. Так классно было. В Чаадаш ходил в гости, сидели там. Потом пошли, поужинали, вот это вот Гедевед, дождь. Ну такой, довольно-таки, он сейчас фара будет проезжать, вы увидите, довольно-таки. Не слабо, я без зонтика, поэтому передвигаюсь только на автобусах. Друзья, в Гедевед приходите, вы просто... Просто потом мне спасибо скажете, реально, это очень вкусно. Смотрите, сейчас фары будут, дождь какой, видно вам. Сильный дождь, довольно сильный. Не совсем ливень, но так, 10 минут пешком пройти достаточно будет, чтобы промокнуть полностью. Вот такой вот у нас вечер сегодня. Всем тепла желаю, тем, кто приезжает особенно. Вкусной турецкой еды, вкусного турецкого мяса, которое вы всегда в Гедевед попробуете в ресторанчике. Кстати, я выставлю еще, у меня видео одно уже вышло, но будет больше видео с обзором большим, более полным обзором этого ресторанчика. Также хозяин уважаемый там несколько слов скажет, в чем фишка и особенность ресторана Гедевед. Ну и все. Автобусы сейчас ходить не будут, буду сидеть до утра здесь. Это я сейчас на улице нахожусь, 25 метров, да, уже меня сюда занесло даже. Привет всем из Алании.
А на улице сейчас 14,5 градуса. Ну, довольно-таки тепло. Тепло, потому что бывает 14 градусов, которые ощущаются гораздо холоднее. То есть сейчас этот дождь, он все-таки, видимо, теплый этот дождь, потому что на улице тепло, несмотря на 14 градусов. Потому что позавчера я, по-моему, ночью гулял 14 градусов, я просто и капюшон натянул, потому что и уши мерзли. Сейчас классно. Накупил еды котейкам, еще совсем недавно, недели 3 прошло, а то и меньше, как такую же кучу примерно накупал. Но котиков у меня много. Любимцев 15 где-то в среднем, как минимум. Это когда я выхожу гулять, кормить котика. И помимо этих 15, как-то я один раз считал, там, сколько у меня, 30 или... Уже забыл, 30 или 50, сколько у меня получилось за день, это максимально. Но это у меня в основном для тех, кого я знаю, для VIP-котеек моих любимых, вот такая еда дорогая. А этим, сколько здесь денег, не спрашивайте, друзья, много. Тут где-то, сколько здесь пакетиков... Ну, где-то, я точно не знаю, но в разных местах куплено, я все не считал, но где-то около 50 либо 60 штук вот таких пакетиков. И ну, баночки еще. И вот это. Ну, вот этого 50-60 пакетиков хватит на 2 недели, наверное, максимум. Я думаю, не больше. И вот это сухой еды. Вот это 50 лир кило здесь. И вот это 50 лир 2 кило. Вот этой хватит на, сейчас скажу, дней 10 максимум. Вот эти два пакета сухие они съедят. Ну, короче, это все на 2-3 недели всего на все. Вот такие вот количества, да. И все на 2-3 недели. Так что котики, те, которые меня знают, могут спать спокойно. Голодными они тоже не будут. Вот это вот все обожают. Ну и Вискас тоже, конечно. Вот так вот затарился.